Помогите. Помогите. В смысле, портфель подержите. А вам кого? Врача вызывали? Секундочку. Ой, кошмар. Подержите. Не, в смысле, подмышки. А? Подержите. На сколько дней вам нужен больничный? Да мне не нужен больничный. Мне бы просто подлечиться. То есть вы вызвали... Вы вызвали участкового врача, чтобы полечиться? Да. Очень интересный случай, интересный. Нос закапываете? Конечно. Чем? Вот этим. Вот, смотри, помогает. Ой, кстати, не рекомендую, спасибо. Лучше народное средство. Смазывать маслом. Масло в доме есть? Только сливочное. Пойдет. На нос? Не, на хлеб. Намажьте мне бутерброд. Все, я не успел пообедать. Помогите, помогите. Ну, помогите доктору раздеться. Ой, столько вызовов. И всем нужна моя помощь. Не надо. Хорошо. Так, начнем. На что жалуетесь? Только не говорите мне на дороговизну. Я эту шутку уже 100 раз слышал. Да я не собирался шутить. У нас же медицина бесплатная. Да, конечно. Кстати, с вас 200 рублей в порядке благотворительности на нашу поликлинику. Договорились? Так, на что жалуетесь? На дороговизну. Не надо. Хорошо. Откройте рот. Откройте. Рот открой. Шире, шире. Высуньте язык. Вот так. И скажите. Ой! Ой! Да не вы, ой. Это я, ой. Поясница. Ой, радикулит проклятый замучил. А вы не пробовали обернуть поясницу собачьей шерстью? Пробовал. Она кусается. Шерсть? Нет, собака. Ну, ты посмотри. Опасная у вас профессия, врач. Господи, по-моему, осложнение на уши. Я ничего не слышу. Не слышу ничего. А? Я ничего не слышу. Так вот это из ушей вытащите. Да. Из ушей вытащите. Что вытащить? Вот это из ушей. Фу, господи. Так что вы говорите? Я говорю, опасная у вас... Я вас хорошо слышу, не надо орать. А, хорошо? Да. Я говорю, опасная у вас профессия врач. Да. Вы же постоянно рискуете своим здоровьем. Конечно. И чего только люди выбирают себе такую профессию, не пойму. Зато мы помогаем людям. Как говорится, в жизни всегда есть место подвигу. Правильно. Поэтому надо держаться от этого места подальше. 72, 73, 74. Черт. У вас хорошая мускулатура. Спортом занимаетесь? Жена помогает. Как это? Да так это. Я всю жизнь за нее все делаю. Стираю, убираю, глажу, сумки таскаю. Да, другой бы от такой давно бы сбежал. Так я тоже сбежал. Она сразу в милицию, и меня в дочёты разыскали. Ну, это было несложно, у вас такая особая примета. Вы имеете в виду шрам? Да что вы, этот шрам у меня появился как раз после того, как она меня нашла. Хорошо. Сейчас. Ой, больно же. Ой, как больно. Ой. Давайте
Вторую ногу дайте мне. Вы меня извините, но разве необходимо больного простудой бить молоточком по колену? Это не просто. Это не простой молоточек, не простой. А волшебный? А медицинский. А я не простой человек, а медик. Значит, я имею право бить медицинским молоточком. Интересно. По вашей логике получается, что если я, скажем, не медик, а такой обычный простой человек, то я имею право долбануть простым молотком? А! Тихо. Не надо мне вторую ногу. Зачем? Просто запишем. Рефлексы в норме. Ой, мне плохо. Да, что мне вам прописать? Значит, постельный режим, витамин С, обильное теплое питье. Доктор, а может, все-таки лекарства? Дорогие, заграничные, не стесняйтесь. Да, вы же думаете, что если заграничные, ой, так лучше помогает. Ой, глупости это. Главное не лекарство, а внимание. Внимание. Помогать друг другу надо. Ой. Не лекарствами надо лечить, вот, а участием, сочувствием, вот, человеческим теплом. Кстати, вот за границей, не, они там этого не понимают. Нет. Точно. Поэтому они там лечат лекарствами. Эй. Что, задрых, да? Ай, это мне совсем плохо. Плохо мне. Вот так это. Это вы у меня 14, это у меня. Это у меня еще 18 вызовов. О, Господи. Да какие вызовы? Вам самому подлечиться бы не мешало. Нет, голубчик, не могу. Не могу. Людям надо помогать. Помогать надо людям. Профессия такая. Ай, что-то вы мне вот не нравитесь. Не нравлюсь? Нет. Жаловаться будете, да? Нет, не нравитесь, в смысле, вы очень плохо выглядите. Это да. Дайте-ка мне вашу бумажку. Зачем? Я сам по вызовам пойду. А вы пока прилягте. Прилягте. Как? Вот, одеялком накройтесь. А как? Располагайте. Ну как? Вы же сами говорили, что люди должны помогать друг другу. Вот я и помогаю. А как же больные? Вы же не врач. Да бросьте вы. Ваши больные никакой разницы все равно не заметят. Так что у нас там, значит, постельный режим, потом витамин С. Что еще? Чем вы слушали? Вы самое главное забыли. Обильное теплое питье. Теплое питье, обильное. Как можно так слушать?